Ну, поздравляем с дебютом. Как у тебя чувство? Больше радости от дебюта или больше расстройства от проигрыша? Ну, конечно, я очень рад, что дебютировал, вот, но осадок конечно, такой прям сильный, что команда не выиграла, проиграли. Вот, хотя на самом деле очень хорошо играли, я считаю, вот, доминировали на поле, создавали моменты. А у Швеции особо ничего не создавали они. Вот, и случилось так, что забили два гола, но ничего страшного. Помогло тебе сегодня то, что сегодня аж 4 человека было из «Зенита», помимо тебя, на поле? Ну, конечно, какие-то связи, это, ну, которые я знаю уже под Артему, куда бежать, что... Вот, поэтому, да, это, конечно, помогало. Но ничего, потом ко всем привык, к Марио, там, ко всему, и все, спокойно, наладил все. Сильно волновался перед игрой? Нет, на самом деле, вообще не сильно волновался, так вообще спокойно, ну, сам себя настроил, что... Ну, конечно, немного волнительно было, что первая игра, вот, и все. Вот, но нет, вообще нормально было. Как думаешь, результат по игре? Нет, конечно, 100% нет. Спасибо.